Орловчанин стал призером всероссийской велогонки на призы Госуниверситета имени Тургенева. Опорный вуз региона уже в пятый раз стал организатором спортивного события. Состязания шли на протяжении 2 дней в личном и групповом зачете. Участников в этом году как никогда много. Проверено где-то 140 участников, 15 регионов. Все-таки для нас потихонечку каждый год все-таки добавляется количество участников. Приятно видеть всех здесь. Возрастной ценз участников делился на две категории – 14 и 16 лет. Бронзовые награды в составе орловской команды отличился Илья Мещеряков. Он стал третьим в групповой гонке. Например, в категории младших юноши, уже традиционно все-таки у них так детишки побыстрее выкатываются, побыстрее достигают результата. То есть Ленинград, Санкт-Петербург, то есть они в основном. А то, что касается старшей категории, здесь Воронеж побеждал. Ну и что очень приятно, сегодня в старшей категории наш орловский гонщик Илья Мещеряков занял 3-е место. То есть прогресс даже и в этом уже налицо все-таки.